Привет всем! Только что наконец-то уже вот потемнело, и я смогла сесть наконец-то и распаковать эти роллы. Я так устала. Короче, приперла я роутер сегодня, я носила его на ремонт, типа. У меня там были неполадки. И, короче, приперла, он не работает. Я бегом звонить. Я буду распаковывать пока. Бегом звонить, оператору. Он говорит, там, подключите то. Осталось уже, было уже 5 часов. Они работают до 6. А, короче, если я не успею, то все, завтра выходные. Буду я сидеть, блин, как я не знаю кто. А интернет для меня это, блин, и муж, это и дети, оно все мне заменяет. Для меня это без интернета это как я не знаю. Ничего себе салфеток. Палочки мне не надо. И, короче, все. Короче, я выскакиваю, значит, и бегу. А, еще, и у меня на телефоне денег нету. На счету нету ничего. Все, я звоню такси. У вас на достатньо коштів, ядрить твою налево. Короче, я бегом. Интернета нет, на счету денег нет, такси вызвать нет. Но я выскакиваю, спрыгиваю в сапоги. Это я только вернулась. Я выскакиваю и бегу, чтобы успеть до закрытия офиса этого интернетовского основа. Короче, бегу, выбегаю на трассу, у нас там маршрутки останавливаются, но маршрутка я не успела. Ищу такси. И вот там подбегаю, вот это, короче, бегу такая, все, у меня уже, как говорится, земли под ногами не чувствую, потому что, ну, капец. И, короче, подбегаю, мужик сидит за рулем, говорит, я не, ну, типа, занят, я сейчас жду людей. Я, короче, бегу дальше, я в шоке. А, еще перед тем, как выйти из дома, я в истерике просто. Я просто реву, как, я не знаю. Эмоции зашкаливают. Я как, если что-то меня расстраивает, я потом, я не могу, рву и мечу. Короче, наревелась, потом умылась, думаю, ну что, реви, не реви, блин, никто тебе не поможет, короче. И вот тоже выбежала, потом подбегаю, стоит машина, говорю, вы сейчас не заняты? Он говорит, нет, говорю, сколько там на Котляревского 25 адрес? Он 50 гривен. Говорю, поехали. Короче, такая, приехали буквально за 10 минут. Ну, там даже меньше. Машина, и что там ехать? А если маршрутка, это полчаса минимум. Еще пока дотепаешь там от маршрутки. Короче, забегаю вся на парах, говорю, он сейчас, ой, вы знаете, мы вам случайно ошибочка вышла там, ну, сейчас мы исправим, я тут прям сейчас исправлю, и все будет хорошо. Короче, ну, все сделал, назад я забрала, говорю, точно он работает? Точно. Приезжаю домой, включаю, не работает. Я в шоке, я вообще, я такая звоню уже оператору, говорю, ни хрена работает. Он говорит, зайдите туда, зайдите сюда. Потом, ну если, а у меня Windows 8, он говорит, если у вас нету такого пунктика, то возможно у вас проблемы с драйверами, ну типа, что-то там. Говорю, не, ну так говорю, прошлый же, говорю, этот нормально принимал все, а потом, видимо, он посмотрел, как выглядит Windows 8, и говорит, зайдите туда. В общем, удалила я старые надписи основы этой, которые были созданы, и подключилась по-новому, ввела пароль. Просто вышла ошибка из-за того, что одинаковые пароли были, но все равно там модули другие. Ну, в общем, это, ой, все так сложно. И я, короче, такая уже счастливая, мне уже не жалко эти 50 гривен. Мне главное, ну, которую на такси потратила, главное, чтобы оно уже все, сволочи, работало. Я без интернета на выходных, я умру.
Я не могу без интернета. У меня работа в интернете. Что я бы на выходных делала? Пришлось бы идти гулять где-то по улице, блуждать, блин. Да, гуляй без денег, да? Короче, купила вот эти, сразу покажу. Роллы, блин, еще не открываются. Хоть вы открывайтесь. Так пахнут, я сейчас... А, блин, офигеть, я сейчас получу удовольствие. А сколько их много, мне еще скидку сделали, короче, это, что-то 20%, чуть ли не... У меня уже слюны полон рот. Чуть ли не бесплатно. Так, а ну сейчас посмотрим. Нифига себе, сколько их много. Я думаю, их будет 4 штучки, а их 8 штук. За такую цену. Что-то 120 с лишним гривен. Но я еще кофе пила, за все мне 130 гривен. Плюс еще мне там что-то куча, короче, всего. И карточка скидочная. У них, короче, вот это такое мафия, ихнее название. Соус они заказывают, наверное, где-то соевый. И это, эти, ну, как имбирчик, как оно там называется, господи, васаби. Да. Прикольно, блин. Офигенчик. Я уже не могу, я сейчас слюной захлебнусь. Короче, вся на эмоциях. Главное, салфеток сколько. Это, наверное, рот повытирать, а потом еще для чего-то. Все, короче, вот так вот. Все, буду есть. Приятного мне аппетита. Пока.